Ողջույն եթերում Հայելուկն է եւ ձեզ հետ եմ ես Լիլիթ Մարավյանս։ Մենք բացահայտում ենք տաղանդավոր հայ երեխաների եւ պատանիների, ովքեր ծնվել կամ բնակություն են հաստատել հայրենիքից հեռու, փորձել եւ հասել են հաջողությունների եւ ճանաչման։ Ոմանց դուք արդեն գիտեք տարբեր հերոսանախագծերից, իսկ շատերին տեսախցիկը դեռ չի ֆիքսել։ Այսօր մեր տեսախցիկը ձեզ համար կբացահայտի հերթական Հայելուկին։ Հաղորդման նկարահանումների իրականացման համար մեր խորին շնորհակալություն ենք հայտնում Մարիամ ընկերությանը։ Մարիամ ընկերություն՝ միջսենյակային դերների արտադրության առաջատարը Ռուսաստանում։ Մարիամ, առաջին հավասարների մեջ։ Կանգրահեր սյուն, տանը մենակ, Հարի Պոտեր ու էլի շատ ու շատ ֆիլմեր, որոնց գլխավոր դերակատարները երեխաներն են։ Ովքեր կինոյի կախարդական աշխարհը էլ ավելի զվարճալի ու հեքիաթային են դարձնում։ Այդ մեծ աշխարհում իր առաջին փոքրիկ քայլերը նա կատարեց ընդամենը 2 տարեկանում։ Ему не нужно таких маночков для того, чтобы затащить в упражнение. Он сразу включается в упражнение, причём включается весь. У него достаточно быстро проявилась поставленная речь. Даже первые слова армянские вот к нашему стыду. Но он узнал именно на съемочной площадке. На площадке смеялись над нами. Один большой армянин, другой маленький. С такой эмоцией отыгрывал. И сказали «Стоп!» Снято. А сейчас вам и Хайлюкне, Александр Мовсесян, Йотарекан. Ողջույն, Александр. Բարև, Լիլիթ. Քանի տարեկանում առաջին անգամ հայտնվեցիր նկարահանման հրապարակում? Меня в 2 года отвела на съемочную площадку мама. Он, пройдя пробы, должен был играть ребенка главных героев. И тут, значит, его знакомят с мамой. И у Саши ступор. Говорит, как? Я должен назвать ее мамой? Он очень хорошо говорил уже в 2 годика, то есть все четко. Я не буду. Все садятся вокруг него. И, значит, начинают его уговаривать, что «Саша, ну, пожалуйста, ну, давай, ну, вот это твоя киношная мама». Говорит, нет, мама у меня одна. И вот такой вот жест. Так получается, что даже если есть 1 или 2% армянской крови, человек уже полностью инфицирован абсолютно точно этим вирусом, поэтому вот эти вот корни исторические, они очень хорошо проседают, и неважно, сколько там процентов остается, они все равно создают вот эту вот привязку души к исторической родине. На первой съемке на меня мама давила, давай снимайся. Я говорю, нет, я не хочу. На вторые я уже подумал, а сниматься-то надо, я хочу. Уже придя домой, он очень распереживался, что как, а меня больше не позовут, а почему? Мы с ним долго разговаривали о том, что жизнь человека в реальной жизни и жизнь человека в кино, даже такого маленького, они абсолютно не связаны между собой. Лучше даже не пытаться их связывать. Такой серьезный и взрослый был у нас разговор. Ну и следующие проекты, слава богу, удавались. А из компокрес Батяртен Хасрелес Микани фильме Румнакараханвель. В первом фильме, когда мне было 2 года, он назывался «Мама против», я играл сына. Смотри, какая у меня машина! Привет, меня зовут Паша, а тебя? И меня Паша. Очень приятно, Паша. Мне тоже. Второй фильм у меня назывался «Джафарон». Я играл там тоже Джафарона на рынке. Это все происходило, и там такие у меня были впечатления. Там все как циркачи прыгали, бегали. Даже я помню, один продавец говорил: «Свежая баранина, свежая баранина!» А другой: «А рыба-то тухлая!» На съемке «Джафарона» некоторые съемочные дни затягивались до 11-12 ночи. Единственный, кто носился по площадке с криками «Ге-ге-ге», это был Саша. Все остальные актеры уже валились с ног просто. Он создавал вот это вот ощущение драйва, и поэтому, наверное, его любят режиссеры. На третьих моих съемках в короткометражном фильме я поджег дом. Я был со своей подругой и узнал то, что она влюбилась в другого. Я очень расстроился. Мы потом пошли в дом мириться, но я подумал, а все-таки она предательница. Пошел,
вышел на улицу, вылил бензин и спичкой поджег дом. Самый такой масштабный его проект с точки зрения работы, которая была проделана, это проект «Попытка ревности». Он был утвержден в кинокартину Валерии Гай Германики. И сюжет был очень сложный, потому что двум детям, девочке и мальчику Саше, предстояло играть взрослых людей, которые распутывают свои любовные перипетии. Обо мне по ловучем острове кони был не по водам. Душ и душ, и быть вам сестрами, не любовницами вам. Каждое утро он встал, он говорит: я менеджер, мне нужно идти на работу. Вот так вот одергивал свой пиджак. Где мои ботинки? Ты погладила мне рубашку. И все это было... Ну, то есть он такой еще маленький ростом. И в его исполнении это все, ну, настолько... Вроде хотелось бы смеяться, но не получается, потому что это такой маленький взрослый мужичок. Он начал очень быстро читать. То есть к концу третьего года, когда ему исполнилось 4, он уже читал. К концу 4 лет он спокойно читал газеты. У него достаточно быстро проявилась поставленная речь, и, наверное, его преимущество, то, что послужило толчком для карьеры, для актера, было то, что он стал произносить «р» букву быстро. Говорят, что мама всегда видит, когда ребенок начинает играть. В случае с Сашей, я честно скажу, я вижу не всегда. Потому что распахиваются эти огромные глаза, с такой искренностью что-то тебе говорят, что... Ну, как можно не поверить в этой ситуации? Ты хачахум эс дэрэсанны варпэтусян дасэнтасныри. Я занимаюсь в музыкальном театре Домисолька. Я развиваю актерское мастерство, пение, свою гибкость. Занимаюсь на хореографии, занимаюсь дополнительно английским. На Домисольку решилась наша бабушка. Когда Сашка родился, бабушка такая: о, надо его обязательно записать в какой-нибудь музыкальный театр. Каждого ребенка надо достать что-то такое, что есть в нем. Не обязательно ребенок должен петь. Ведь вы понимаете, что очень часто желание видеть своего ребенка на сцене — это желание родителей, бабушек, дедушек, которые в чем-то в детстве не доигрались. В этой группе дети, которые занимаются уже 4-й год обучения, они были набраны у нас с 3,5 лет. Попались в этот набор очень талантливые, которые могли самостоятельно, без участия родителей, оставаться на занятиях, показывать свое творчество, свой талант. Отбор детей проходит очень жесткий. У нас сидит комиссия очень серьезная. Обязательно хореограф, обязательно педагог по актерскому мастерству, вокалист. Дети поют песенку, рассказывают стихотворение. Мы проверяем их на чувство ритма, и мы с ними танцуем. И по сумме оценок ребенок попадает или не попадает. Мы поем такой серьезный репертуар. Взяли в работу военную песенку, которая называется «Маленький трубач». Дети прочувствовали ее полностью. Поскольку там было очень много дисциплин, и вокал, и сольфеджио, и хореография, и актерское мастерство, я решила, что для разностороннего развития будет здорово. А по факту получилось, что Домисолька, конечно, дала гораздо больше. Это не совсем чистое актерское мастерство, но какие-то предпосылки к подготовке ребенка к тому, чтобы в дальнейшем он мог заниматься уже актерским мастерством, они здесь есть. Это и пластическое воспитание, пластическая выразительность, много упражнений на это, ритмическое воспитание, воспитание ритма, в последующем и темпа ритма. Здесь пока только мелкая моторика пальчиков для того, чтобы заложить базу, впоследствии дальше изучать сценическую речь. Поскольку мелкая моторика пальчиков напрямую связана. Родители мало сейчас занимаются. Раньше ведь мы всегда играли. Сорока, ворона, вот эти все пальчики. Сейчас этого мало. Поэтому мы на уроках это делаем, я это делаю, другие педагоги это делают. Кроме этого, важно очень произвольное внимание. Все упражнения у нас стараемся одномоментно начинать и одномоментно заканчивать, чтобы ребенок мог себя остановить и снова впрыгнуть в упражнение. Для детей это очень сложно. Потому что они каждое упражнение воспринимают как игру. И они начинают играть.
И даже если педагог уже говорит, что упражнение закончено, а ребенок там еще не доиграл свое, он будет продолжать играть. Буковкой О. Показали. Молодцы, Саша очень внимательный, как раз для него совершенно несложно быстрое переключение с одного упражнения на другое. Ему не нужно таких маночков для того, чтобы затащить в упражнение. Он сразу включается в упражнение, причем включается весь. Мы еще делаем упражнения на партнерство, что детям сложно, но Саша и с этим справляется, он достаточно точно берет внимание на объект, и там есть такое взаимодействие объект-субъект. То есть я смотрю на объект и становлюсь субъектом. Глядя на партнера, что делает партнер, я повторяю полностью то, что он делает, то есть я становлюсь как бы вот другим человеком, другим персонажем, а для актера это важно. Это и есть уже подготовка к настоящему актерскому мастерству. Когда ты становишься другим. Ինպորտից արդեն գիտեմ, թե ինչ կան երկար և դժվար են ասում տեսահոլովակի նկարահանումները։ Վերջին աշխատանքը պրոֆեսոր Պրիաբրաժենսկի ֆիլմում էր։ Այստեղ բավականին բարդ աշխատանք էր քեզ սպասվում։ Մի փոքր կպատմես այդ հեքիաթային աշխարհից։ Там я играл мальчика с зайчий губой. На первой съемке доктора Преображенского у меня не было прямо вот таких впечатлений, вау, что со мной. Потому что я просто пришел, мне сделали чуть-чуть, подкрасили красной краской грим, сделали, и все. А во второй раз уже пошло мясо. Перед тем, как мне вообще сделали первый кадр, первый дубль, я пришел в мастерскую пластического грима. Интересно было всем, поэтому поехали всей семьей. Там были силиконовые игрушки, всякие набивки, маски. Когда он первый раз попал на площадку, где делают вот эти вот чудеса, искусственные руки, глаза, схватил маленького ребенка на руки и носился с ним, потом схватил какую-то руку, вот начал бегать с этой рукой. Страшный, волосатый. Вот показывал, всем тыкал. Там было даже мускулистое тело злодея из фильма «Защитники». У меня были такие впечатления, я думаю, как это сделали. Но потом мне эксперт по пластическому гриму все рассказал. Ему сделали слепок гипсовый, создали маску, уже с которой потом срисовывали его контур лица, чтобы накладка зайчьей губы села как влитая. И для него это, конечно, все необычно и прикольно, интересно, но он не ожидал того, что потом впоследствии он увидит в гримерке. Кстати, Лилит, я тебе сейчас хочу показать мою заячью губу. На мне она смотрится вот так. Я вообще не понимал, что со мной. Мне сделали заячью губу, большой надрез. Я вообще не понимал, кто это. Может, это мое злое отражение, я подумал. Но потом понял то, что это был просто пластический грим. Он очень переживал, потому что в перерыве даже между съемками мы решили быстренько заскочить в торговый центр, что-то взять перекусить. Саша такой: мама, ну как же я пойду, я вот в таком виде. Я говорю: ой, Саша, нормально. Я говорю: что, пойдем, какая разница, купим гамбургеры и вернемся. И мы идем. Все на меня так смотрели: что это за мальчик такой? Что? Что с ним случилось? Зайчья губа откуда? Я проходил, смотрел на всех. Ну и я видела, что Сашке очень дискомфортно от этого внимания, пока он уже к концу этого же съемочного дня не понял, что ну вот это такой образ, это его грим, с которым он живет. Кушать было нельзя, пить только через трубочку. Я вообще был бедный, бедный Ёрик. Я ему вкратце описываю содержание той или иной серии, если это телевизионный сериал или сюжет общий, но никогда не предлагаю ему прочитать сценарий. У него очень цепкая память, и ему достаточно проглядеть лист с текстом, он быстро очень запоминает. Если он начинает заучивать, он начинает переигрывать. И это уже получается искусственно, совсем не так, поэтому текст заранее мы не учим. Первое знакомство было с Амбарцовым. Моим типа дядей. Ко мне подошел маленький мальчик, прям маленького роста,
Но при этом он был настолько умный, взрослый, и моментами мне казалось, что ребенок, ты не по годам. Он сказал: «Барев, Саша». Я сказал: «Барев». Ни улыбки, ничего. Пожал руку. Я пытаюсь как-то контакт навести, чтобы работать вместе. И он через некоторое время мне говорит: «А тебе когда-нибудь делали пластический грим?» Я: «Нет». «Вот когда сделают, ты поймешь». То есть он себя чувствовал некрасивым, и ему вот это все вокруг вообще не важно. И потом началась наша первая съемка. Было с борцом играть нелегко, потому что он высокий очень, и мне пришлось очень сильно задирать голову, чтобы посмотреть на его глаза. Но в съемке, когда мы разговаривали, слава богу, он присел. Это была главная радость, потому что он такой высокий. На площадке смеялись над нами. Один большой армянин, другой маленький. Мне кажется, что это генетически было, что-то такая мистика, генетическая связь. И найти контакт с партнером было очень важно. Ну и, конечно, здесь надо сказать огромное спасибо Амбарцуму, потому что он, когда приходил Саша на площадку, мне казалось, сам превращался в такого большого ребенка. Они дурачились, они передразнивали друг друга, они прыгали, пели. Ну, то есть Саша действительно, мне кажется, вот его воспринимал как такой вот старший товарищ. Он текст всегда знал идеально, в отличие от меня. Один раз он так забыл текст, режиссер даже засмеялся перед камерой. И у меня пауза, я смотрю на него, и он мне подсказывает. Просто он так на меня смотрит и говорит: «То-то, то-то, то-то». Я: «Что?» И: «Стоп, камера». Он такой: «Амбарцума, что случилось? Ты забыл текст?» Я: «Нет». «Нет, ты забыл текст». Я: «Нет, я не забыл текст». И он был так счастлив, что я, большой человек, забыл текст. Хлопушка переделала дубль, и я сказал: «Соберись, мужик». Он собрался и начал такое мясо варить. Перфетто. И у меня случился один случай, когда я сказал свой текст, и прямо перед концовкой дубля и кадра я просто говорю, а потом... И все говорят: «Стоп, хлопушку переделали». Режиссер подошел: «Ну давай, ты же хороший парень, давай закончим этот кадр». Когда камера, мотор приготовились, Саша стоит, он уже все во всеоружии, его не трогайте, мама, не подходи. Это ключевое. То есть мама должна быть где-то очень далеко, желательно, чтобы вообще ее не было видно. Были еще съемки на кладбище. Там я, когда пришел, это было очень ночью. Я говорю: «Саш, ну ты как, боишься?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «Ну все-таки на кладбище идем. Не страшно?» «А чего, говорит, бояться? А я не знаю, что такое кладбище». Мне страшно за себя и мне страшно за ребенка, потому что как он себя поведет и как работать в этом пространстве, да, с ребенком. Честно скажу, жутковатая. То есть такая кнопка ночью в бушлате стоит на кладбище. Мне режиссер сказал: «Давай, вот, ложись на песок, жди, пока начнутся съемки». Я стою, думаю: «Господи, бедный ребенок, я бы никогда». Через одну минуту после того, как я лег, сказали: «Камера, мотор, поехали, хлопушка». И поехал дубль. Я лежал, и меня мой папа и Амбарцум нашли. И вдруг проходила милиция и говорит: «Здравствуйте, гражданины, вы что посреди ночи здесь гуляете на кладбище?» А мы говорим: «Вот мальчик». Они говорят: «Чей мальчик? Предъявите документы». Они говорят: «Нету документов, мы за мальчиком пришли». Амбарцум встал, начал сердито разговаривать. И сказали: «Стоп! Снято». Как только режиссер говорит «мотор», он преображается и входит в роль, начинает играть. Камера выключается, все, он становится хулиганистым парнем, как обычно. Когда на площадку приехала
старая «Волга», по-моему, была. Все, ребенок, он превратился в ребенка. Я хочу за руль, я хочу туда. Все, идем, значит, работать. Сейчас. А ему окно спустить, окно поднять, а то, а руль, а это. Отказать ему сесть в этот автомобиль, для него уже ретро-автомобиль, было невозможно. И вот он туда сел, в этом кипарике, такой таксист из 60-х. После окончания моих съемок Амбарцун мне сказал: приходи ко мне на концерт «Алиса в зазеркалье». Я говорю: конечно, приду. Амбарцун, кстати, там играет сразу же несколько ролей, совершенно разных. И для Сашки, конечно, это было захватывающее приключение. Не сюжет спектакля, а действо под названием «Угадай, где Амбарцун». Он даже мне заранее сказал, кого будет играть, но одного все-таки приберег. И он сидит такой: вот, нет, не он, вот. Нет, не он. Я говорю: ну смотри внимательней. Я потом узнала его по голосу. Очень густой такой голос у Амбарцуна. И вот он, когда я его услышал, говорит: вот, говорит, не может быть, но это не он. Он взрослый, но маленький. Он вышел мне дарить цветы, мне потом все: Амбарцун, кто это такой маленький? Это мой партнер, мы с ним снимались, значит, в кино. А он полез обниматься еще. Мы продолжаем общаться, все тип-топ. Сейчас у меня есть моя гордость, я снимаюсь в полном метре в фильме режиссер Юсуп Разыков про Арама Хачатуряна. Я играю Арама Хачатуряна, и съемки будут в Армении. Вот. И для меня тоже волнительно, страшно, слишком велика ответственность. Я на одной площадке встретил много-много армянинов. Был редактор, режиссер. Когда мы приехали на съемочную площадку, оказалось, что исполнительный продюсер, генеральный продюсер – все армяне. И все, естественно, с ним здороваются по-армянски, говорят: ну, Саша, ты же мавсисян. Говорят то, что давай, Баров – это здравствуйте, это то. И Саша распахивает глаза, и я помню, как ему было стыдно. Он говорит: мама, ну как же так? Я армянин, и я даже не могу поздороваться на армянском. Но тут уже стало стыдно всем. И маме, и папе. Ну и вот так потихонечку он там: здравствуйте, как дела? Ну все базовое, такое, что можно узнать, он узнал. И уже приходя на съемочную площадку, он начинал с армянского: здравствуйте. Գիտեմ, որ նկարահանվելու համար հոնորար է ստանում. Իսկ ինչի վրա է ծախսում այդ գումարը? Первые деньги я получил в фильме «Мама против», 1000 рублей. И я не ожидал то, что мне будут выдавать деньги. Тут зажглась лампочка, что, оказывается, за это приятное времяпрепровождение еще и дают деньги. Ура! Я получил свои собственные деньги, которые заработал сам. Он заработанные деньги куда-то складирует, и мне было безумно интересно. Я очень ждала, все-таки первая покупка, что же это будет. Это была заколка для мамы. Это было так трогательно, это было просто невероятно. Конечно, мое материнское сердце просто растаяло. Во втором фильме «Джафарон» за все съемки я получил 150 тысяч рублей. Я эти деньги потратил не на какие-то там игрушки, портреты, а потратил на отдых. Просто на отдых. Хотя бы на недельку потратил. Полететь, отдохнуть, обратно прилететь. У меня есть девушка, я ее пригласил на свидание уже. И на свидание тоже накопил. Мы с ней встретились в музыкальном театре «Домисолька». Мы сразу друг друга полюбили. Но так получилось, что девочка переехала в ближайший город. И сейчас учится там, и, соответственно, большую часть времени тоже там находится. Видятся они крайне редко. Вдруг Саша просыпается в один прекрасный день, говорит: мама, позвони Маше. Мне очень нужно позвать ее на свидание. Я пытаюсь как-то внять к здравому смыслу Саше. Я говорю: ну вы не виделись целый год. Я говорю: ну Маша, наверное, изменился. Но может, она без зубов полностью. У нее все выпало. Саша все это слушал, он говорит: я понял. А любовь здесь при чем? Многие отмечают, что он не по годам мудр. Я думаю, что те люди, которые верят в прошлой жизни, могут сказать, что они уже много жизней прожили. Уже где-то 3-4 года отношения с Машей. У нас все тип-топ, мне нравится. Класс.
какая-то такая все-таки между ними есть ментальная связь, потому что бабушка Маша говорит, не поверите, последние 3 дня она мне постоянно говорит, позвони Саше, позвони Саше, позвони Саше, я очень хочу его увидеть. И мы организовываем, значит, им такое маленькое свидание. Причем это предварялось Сашиными расспросами. Мама с серьезным видом спрашивает, а какой самый дорогой ресторан в Москве? Саша, ну мы живем в Москве, тут, в общем-то, все рестораны дорогие. Он говорит, нет, ну мне нужен вот самый, куда приводят людей на важные встречи. На самом деле, конечно, очень трогательно. Это важная для него встреча, что он должен показать себя красавцем, мужчиной, который за этот год отснялся в кино, заработал деньги и пригласил ее на свидание. То есть задумка была в этом. Он говорит, я должен ей показать, что я настоящий мужчина. Вот фильм «Нукер Парнен» Кесамар Хараза Дарцель. Мне были все роли по душе, я был рад, то, что я снимаюсь в фильмах, и продолжаю это, наверное, делать. Я думаю, что самая сильная роль, это все-таки была в его короткометражной картине у Гай Германики, потому что там он сыграл роль взрослого человека. Его любимая роль, наверное, он ее пока еще не сыграл. Если у меня больше комедийные какие-то были роли, у Саши все драматические. И это, конечно, многие роли, которые ему доставались, я бы мечтала просто сыграть. Поучаствовать в кинокартине на стихи Ахматовой, попробовать на себе пластический грим. То есть это все то, что в моем случае пока не было реализовано, но у Сашки уже есть в 7 лет. Мне кажется, это, конечно, любой актер счел бы это за супер опыт. Я учу китайский, мне очень нравится. У меня в школе тоже преподают английский. Мне очень нравится. В школе я учусь на 1-5. Класс, не жизнь, а сказка. Посовещавшись семейным советом, мы решили, что, в принципе, поскольку страна сейчас активно сотрудничает с Китаем, то почему бы не выучить язык, который, ну, пока мало кому доступен. Если я встречу каких-то незнакомцев, например, китайцев на площадке, я просто скажу «ни хао», и я думаю, я легко справлюсь. Когда я приехал с командировки из Китая, и Саша начинает говорить какие-то фразы, он меня начинает поправлять, пап, это не так делается, это не ни-хао, это ни-хао, вот эти вот вокализы выдает. Китайский язык, там главные тоны, я даже могу сказать одно предложение. Если ты хочешь задать на китайском вопрос, как тебя зовут, то нужно сказать «Во дьяо шэн мо». Это «как тебя зовут» в переводе с китайского. А если ты хочешь ответить на этот вопрос, то надо сказать «Во дьяо лилит». Мы очень хотели, чтобы он был маленьким футболистом, потому что параллельно со съемочной площадкой, точно так же в 2 годика он отправился в спортзал. Футбол как-то был ему не очень интересен. Я хожу на разные допы. Я на тэквондо хожу, борьба у меня. Я выбрал тэквондо, потому что там название в переводе с корейского, там очень интересно. Тэк – это удары, удары руками. Вон – это удары ногами, а до – это путь, жизнь воина. И если вместе, это жизнь ногами и кулаками воина. Как-то так. На фоне эмблемы тэквондо нарисован кулак на фоне земли. Это означает то, что вместе мы сила. Мне иногда безумно его жалко. Мне кажется, он очень устает. Но он это никогда не показывает. В нем, конечно, живет вот эта батарейка вечного моторчика, который позволяет ему везде все успевать и, ну, не просто делать как-то, а делать хорошо. Люблю плавание, потому что бывают разные трагедии. Например, ты подскользнулся на мостике и упал в речку. Благодаря плаванию ты спасешься, не утонешь. Помимо фамилии, обязательно будет и изучение языка. Конечно, в современных условиях, пока живешь в Москве, нет возможности постоянно практиковать. Но, слава богу, у нас достаточно хорошо работают курсы при посольстве, и там можно изучать армянский язык. Вот. И я думаю, что Саша, как только справится с китайским, следующим пойдет на армянский. У меня пока нету фанатов, автографы не просят, но, думаю, будут просить. В дальнейшем... Я не знаю, буду ли я актером, не буду,
но хочу быть изобретателем, потайне актером, певцом. Такого желания, что вот, я вырасту и стану актером, такого понимания, в принципе, в его дальнейшей жизни у него нет. Я говорю, а зачем ты тогда снимаешься? Он говорит, ну как? Ну, во-первых, я зарабатываю деньги, как настоящий мужчина. Во-вторых, говорит, конечно, мне нравится. Он говорит, это интересно, всегда по-разному. Я говорю, ну то есть ты будешь актером, когда вырастешь? Нет, я буду изобретателем. Я уже придумал 3 машины, которые я изобрету. Машина времени, телепортация, машина-домработник. Может быть, что-то изменится, и действительно он начнет что-то изобретать. Но пока он настаивает на том, что ему нужно заняться там математикой, физикой, химией, все изучить для того, чтобы что-то изобрести, чего пока не существует. Кстати, может быть, это актерское амплуа. Если мы хотим Может быть, некоторые профессии, которые он себе выберет, они еще даже не появились. Мне бы хотелось, чтобы он правильно расставил приоритеты и не отказывался от творчества. Поэтому я еще хочу ему пожелать удачи и фарта, чтобы они у него были. Ну а самое главное, это не терять тех качеств, которые у него есть сейчас. Իմ գեղեցիկ տեսն ու սանրվածքը պահովելու համար շնորհակալություն եմ հայտնում Lily Fashion Studio-ին. Lily Fashion Studio, քաղաք Մոսկվա. Հատուկ գարնանային եթերաշրջանի համար ես եւ Ալեքսանդրը հետաքրքիր երաժշտական ամենակալ ենք պատրաստել. Пришла и оторвала голову нам Чумачечая весна и нам не до сна И от любви схожу я с ума Чумачечая весна, чумачечая Я иду по улице, словно чумачеча От солнца, чтоб не жмуриться, я натяну очечи А в стеклах отражаются девочки-конфетки За наглость не сочтите, угостите, как конфетки Пришла и оторвала голову Чумачечая весна, и нам не до сна И от любви схожу я с ума Чумачечая весна, чумачечая Чумачечая весна пришла И крышу нам с тобой снесла Чумачечая весна пришла Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла Когда тебя в коротенькой юбчонке увидал Любовь пришла, как паровоз на Киевский вокзал И очень хорошо, что я весной тебя нашел Ведь ты так хороша, но знай, что я не черти шо Пришла и оторвала голову нам Чумачечая весна и нам не до сна И от любви схожу я с ума Чумачечая весна Чумачечая, чумачечая весна Пришла и крышу нам с тобой снесла Чумачечая весна пришла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Я иду по улице, словно чумачечи, от весны, от любви я потерял дар речи. Ведь сегодня ночью не вернемся мы домой. Как же замечательно, что снова к нам с тобой пришла и оторвала голову нам Чумачечая весна и нам не до сна и от любви схожу я с ума Чумачечая весна Чумачечая весна пришла и крышу нам с тобой снесла Чумачечая весна пришла ла 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 Чумачечая весна пришла и крышу нам с тобой снесла Чумачечая весна пришла ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла Чумачечая весна пришла и крышу нам с тобой снесла Чумачечая весна пришла ла-ла-ла Нам не до
чая весна пришла и крышу нам с тобой снесла. Чумачи чая весна пришла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чумачи чая весна пришла и крышу нам с тобой снесла. Чумачи чая весна пришла, ла-ла-ла. Чая весна пришла и крышу нам с тобой снесла. Чумача чая весна пришла, ла-ла-ла. Այսօրվա մեր հանելուկային հայելուկը բացահայտված է։ Կհանդիպենք։